сидел, и потом он на какую-то секунду буквально, он резко поднялся передо мной, и потом раз, и лег. Я думаю, может быть, испугался. Я не понял вообще, что произошло. И когда он уже уползал, то смотрю, по грязи остается кровавый след. Вот, я забежал в комнату, там, где врачи, он уже лежал на столе, я говорю, что с Максимом? Он говорит, выбило глаз и оторвало нос. Ну, потом, когда уже отмыли от крови, нос, слава богу, был на месте, но глаз все-таки был выбит. И когда мы его, когда уже в госпитале его оперировали, помимо этого, еще и была пуля в шее. То есть вот какая-то секунда, и Максим принял на себя осколки и пулю, которая летела в меня. У нас начался пожар в новом терминале 6 декабря. Противник начал наступать. Тогда, кстати, очень тяжело, жарко было в плане по бою. Командир Баварец был рядом со мной. Он отложил автомат, взял рацию, чтобы вызвать артиллерию, помощь артиллерии, артподдержку. Нам отказали, аргументировали это тем, что якобы боеприпасы не подвезли. Вот. Вылез противник со швеллера. По швеллеру со стенки и увидел, что он с рацией, значит, командир, вот, и прицелился и выстрелил. Вот. Потерять командира в бою и остаться без командира, ну, я считаю, что это неправильно. Во-первых, он знает все коды, ну, по рации связывается со штабом, все, знает все позывные, как к кому, что обращаться, квадраты, куда вызывать огонь. Ну, он более необходим там, чем я. Вот. Так получилось, что он был за перевернутым электрокаром аэропортным. Мы его как баррикаду использовали. И здесь щиты. Здесь было открытое пространство. Вот. Ну, получилось так, что я с собой так прикрыл взрыв. Меня ранило, затащили в штаб. Ну, и оказали первую помощь. Костик оказал. Перевязал. Вот, поставил капельницу, замотал фольгу. И так сутки стоял, менял мне капельницы. Даже при обстреле, когда штаб простреливался насквозь, когда я шел обстрел, бой, все ложились на пол, вот, а он стоял, держал капельницу. Нельзя было подвесить, что ли? Не к чему было подвесить. На первую ЛТМБшку я не сел, там были более тяжелые. Вторая ЛТМБшка ранила водителя, другой водитель сел, уехал пустой, забоялся, вот, испугался, даже раненых не забрал. И я только на третьей машине уехал. В Песке, доехав в Песке, меня перевязали. Подвале. Там, кстати, и увидели, что еще тут и пуля, потому что воротник в бронике был поднят. Меня когда еще только ранило, затягивали за ручку броника,
Я сам же своей же кровью захлебывался. Обе челюсти, верхнюю, нижнюю, и там внутри эти органы. Я по медицине так не очень. Тут, ну, левую сторону черепа, можно вот так вот сказать, раздробило нос. Только я не чувствовал боли. Больно не было. Единственное, что шум в голове был, свист. И оттуда спесок меня посадили в УАЗик и к вертолету отвезли. С вертолетом уже в Днепропетровск. Летели над самой землей, чтобы не засекли и не подбили. В вертолете тоже раненые были. Нас сколько было? 16 человек раненых.